Понедельник, сегодня 17 августа. Открыла окошко, такой хороший ветерок, хотя на улице жарко, а ветерок так, знаете, обманчив. То есть, то его нету. Нужно срочно сейчас полить мою авокадо. То видите, листики все попадали, земля сухая. Нужно его срочно полить и убрать из солнца, от солнца. Авокадо не любит солнце. Вот. Сейчас еще не завтракал, я же начала опять, вернулась домой и начала свое опять. То есть не начала, начала, продолжила свое интервальное голодание. Вот, вчера не ела уже после 7, хотя мы вчера ездили в Куарьесив к сестре моему мужу, потому что у его племянника был день рождения. Вот, но я держалась, ничего не ела, не пила, только дома поужинала и все. И вчера себе делала ужин. Пацаны мои пошли, заказали себе гамбургеры. Я там развесила белье, там не видно, за моей головой. Они заказали гамбургер, я не стала есть гамбургер. Сделала себе салат из капусты, без соли, без ничего, только полила лимоном. Запекла себе в духовке картошку, тоже без соли. И что мне еще было? И сделала себе 2 сосиски, тоже в духовке. Вот, и это был мой ужин. Гамбургер я не ела. Вот, потом, когда мы поехали в Куарьесив, там я уже ничего не ела. Держалась. Вот, ночью, конечно, был такой, знаете, неприятное ощущение в желудке, как будто вот голодная. Хотя я вечером еще приехала, выпила ромашковый чай, и мы пошли спать. Вот, ну, держусь. Сейчас держусь. Мне вот можно будет есть, уже начинать завтракать. В 11:07. Мне осталось 2 минутки. И хочу поехать в супер, потому что дома ничего нету. Нужно срочно делать покупки. И потом в час у меня уже начинается работа. Всем добрый день. У нас 12 часов дня. И наши планы меняются с скоростью звука света. Потому что планы были вообще-то работать, сидеть дома, делать домашние дела. Фон, правда, правда, оба пчихнули. Вот, ну потом... Сейчас, видите, работа отменилась. Машина Рамуш, закрыла. Нет, положи, пожалуйста, мне эту воду. Работа отменилась, и так как работы нет, все планы поменялись у нас. Мы решили с пацанами приехать в Икею, потому что я уже давно хотела сюда приехать и купить простынки. Хочу посмотреть пацанам простынки. Я знаю, что здесь продаются не комплекты, а можно повыбирать, что вы хотите, наволочки, пододеяльник, простынки. Вот нам нужны простынки. Я надеюсь, что мы найдем и купим то, что нам нужно. Вот, потому что простынок нету, все повыкидывала старое. Вот, поэтому даже если постирать тот комплект, который сейчас по ценам, мне просто нечего поменять им на новое. Вот, так что приехали в Икею. И пацаны хотят себе посмотреть. Мы только посмотрим, покупать не будем. Мы договорились, что мы только посмотрим. Вот здесь еще что-то строится. Огромное что-то. Какой-то тоже торговый центр или что, не знаю. Аккуратно, зай, смотрим по сторонам. А? Да, неизвестно, что творится. Неизвестно, что строится. У нас очень жарко, но нам на этой неделе передавали, что будет жарко. Фу, в маске идти вообще невозможно. Дышать нечем. Ну ладно, мы вот заходим сейчас в Икею. 100 лет не были в Икее уже. Наверное, я не знаю, когда, полгода, даже больше, чем полгода. Потому что вся эта канитель с карантином началась у нас еще в марте, а мы и до этого не были. Так. Ну, этого мы видели уже. Видела, видела, зайчика. А? О, такая кухня шикарная. Мечта. На этого видели, пошлите. Шикарная кухня. And для вил.
Да, для очень большого дома, да? Шикарная кухня. Она, наверное, очень дорогая. Ну, конечно, не дешевая уж точно. 12 тысяч. Да не, Зая. Если наша кухня 45, то это... Ладно, пошлите искать то, что нам нужно. Времени не будем терять. Окей. Кстати, много людей. И знаете, что хочу сказать? Очень много людей или туристов, или новых репатриантов из России. Потому что по одежде видно, что не здешние. Понравился вот этот стол для маникюра. Хотя здесь написано, что это журнальный стол. Не, не журнальный, а... Ну как? Шульхан Ктива. Ну, типа для школы. Вот, но это не для школьников. Не письменный стол, вот. А, что за эти? Не знаю. Вот мне нравится тут, что здесь... Все можно положить, что здесь есть ящички. Мой стол, который у меня нету ящичков, очень удобно. Я хочу ящички. Класс. 695 шекелей стоит. Дорогой, блин, зараза. Сейчас фоткаю на всякий пожарный. Понравился тем, что он узкий. И, как я уже сказала, здесь ящички есть. Это неудобно. Почему? Это очень удобно. Здесь ящики. Вот я хочу вот такой стол для себя, для работы, для себя. Я нашла здесь белье постельное. Но никак не разберусь, что. Но я-то понимаю, вот в этих наборах здесь есть только наволочка и пододеяльник. А простынки нету. Простынку нужно отдельно покупать. Что я вообще что-то не соображу. Вот здесь тоже, видите, 150 на 200, 50 на 60. То есть это простынка и пододеяльник. А где простынка? Почему не идет в наборе простынка? Сейчас, короче, буду соображать, выбирать. Может быть, что-то найду по ценам. Вот такие два набора без простынок. Простынка, сказали, внизу мне, там, где весь текстиль. Простынку возьмем внизу. Наборчик это идет, здесь, я так поняла, пододеяльник и... Для подушки, как она называется, вылетела из головы, но простынки нет, как я уже сказала. Качество хорошее, 100% кутна. Мама. Да, красота. Такое ощущение, что это какой-то космический корабль открывается, да? И оттуда сейчас спустятся хайзерим. Эти. НЛО, короче. Инопланетяне. Ладно, пойдем искать простынку сейчас. Пошлите искать простынку. Дошла я до простынок. Сейчас буду выбирать пацанам простынки. Здесь есть разные, от 25 до 59 шекелей. Качество разное. Нет, это на матрас просто. Сейчас будем выбирать. Давайте, выбирайте простынку себе. Себе? Да. Подожди. Как цвет моей кружки. Нет, подожди. Мы же какой? Мы вот такой взяли. Значит, нам нужна белая простынка или темная? Пойдет? Нет, темная это не пойдет, да? Будем белую брать, Зай. Жалко. Что мы нашли, разобрались. Все нашли, нашли простынки. Все находилось в одном месте. Можно было бы не брать вот эти вот пододеяльник с этим. Все можно было найти внизу в текстиле. Вот, ну ничего страшного. Теперь будем знать. Также купила некоторые атрибуты. Кухонные, там тарелку для салата купила, сковородку по дешевке купили, коврик возле двери постелить, только был такой цвет, но ничего, зато дешево, 7 шекелей. Вот, потому что коврика у нас сейчас вообще никакого нету, а надо бы, знаете, так заходишь в дом, немножечко пыль обтрусить. И купили, вот это не знаю, зачем мы купили бутылку для спрея, это для цветов. Не знаю, для чем мы ее купили, просто так нам понравилась бутылочка. Все, идем к кассе и все. Мы зашли в Nike. Я не знаю, что за ажиотаж сейчас. Просто вторник, утро, столько людей вообще. Nike вон
забиты, везде полно людей, весь Биг. Мы искали, не знаю, минут 15, наверное, куда поставить машину, потому что все забито. Не знаю, в чем дело, что такое. Люди все выиграли в лотерею, и у всех это каникулы. У всех отпуск, потому что все гуляют, все что-то покупают, все рыщут по магазинам. Вообще странно, посреди недели, как будто сейчас выходные, такое ощущение. Сегодня всего лишь вторник. Мы были в животном магазине. Я купила баньки подстилку и купили капельки от блох Белли. Вот, потому что Беллы блохи, я хоть ее брызгала тем средством, которое у нас есть, но что-то нифига не покупает. Купила другие капли. Буду выводить ей блох. Мы дома, время уже 15 минут 5. Я сейчас быстро буду готовить обед. Запоздалый обед, вот, потому что на улице ничего не ели, ну, то есть вне дома, хотели зайти в Макдональдс, потом нет, думаем, нет, будем дома кушать, вот, так что готовлю сейчас обед. Мы еще забежали в магазин, это капельки, да, я сказала, что мы ходили в, ну, магазин для животных, вот, и еще я зашла в Beauty Care все-таки, в магазин. Вот, и купила несколько лаков. Кстати, лаки очень дешевые, по 9,90. Вот, ну, говорят, что они хорошо держатся, и цвета очень даже ничего. Так, главное, чтобы басис и топ был хороший. Вот, так что, ну, взяла несколько цветов, по-моему, 4 цвета, попробуем. И также я зашла еще в один магазин одежды, купила себе джинсовую юбку, купила себе маечку и купила себе платьюшко. Все это было все по скидке. За все про все я заплатила 90 шекелей. То есть каждая одежка стоила 30 шекелей. То есть майка, юбка 30 шекелей. И платье тоже было по скидке по 30 шекелей. То есть это очень-очень дешево. Вот, можно было бы, конечно, там еще постоять, повыбирать и все такое. Но я была с пацанами и уже, ладно, не хотелось опять тратить деньги на шмотки. Вот, купила, вот понравилось чисто. Знаете, что мне майка вот понравилась. Сейчас я покажу, я разверну, потом покажу платье. Платье понравилось, потому что я в основном дома ношу платье, а также на работу ношу платье. Вот, поэтому платье купила. Так как 30 шекелей было, грех не купить. И купила, ну, не знаю, захотелось мне купить джинсовую юбку. Буду носить, надеюсь, что буду носить. Я, кстати, ее не мерила, взяла large, то есть тройка, large. Вот, надо померить. Ну, я думаю, будет нормально. Мне главное, чтобы длина подошла, чтобы она короткая не была. Если будет короткая, я носить не буду. Вот, здесь капельки мы купили. Это и от блох, и от клещей. Капли, кстати, очень дорогие. Стоят 160 шекелей. Вот, пеленки вы видели. 100 пеленочек, 120 шекелей. Вот, и вот такие вот подарочки нам дали. Вкусняшки всякие. Мясные. Вот этот пакетик нам дали в подарку. Там продавец была русская женщина. Она вот нам засунула, подсунула. И вот такие вот кусачки. Можно грызть это. Надо, кстати, баньки дать. Он, кстати, стоит 20 шекелей. Нам дали в подарок. Ну, конечно, они не стоят 20 шекелей. В магазине они не стоят 20 шекелей. Но сам факт, что нам дали в подарок, это очень приятно.